В минувшую субботу в Ульяновске вспоминали советских воинов-интернационалистов. В годовщину ввода войск в Афганистан прошла церемония в память о погибших защитниках страны. Локальные войны унесли немало жизней. Среди тех, кто не вернулся домой, есть и наши земляки. В День памяти и скорби героев вспомнили поименно. К памятнику погибшим цветы возложили их родные, друзья и сослуживцы, а также первые лица города и области. Афганистан, Чечня, Сирия. Навестить матерей, которые не дождались сыновей из горячих боевых точек, решили активисты Ульяновского областного отделения межрегиональной общественной организации ветеранов войск спецназначения «РОСА». Колонна автомобилей от обелиска «Слава» отправилась в гости к сотне женщин. Это наша память. И поэтому я считаю, что мы должны поддерживать наших мам, которые воспитали героев, которые защищали нашу страну. Эти защитники Отечества ушли из жизни с доблестью и честью. Мы всегда будем помнить о них. В гости бойцы приехали не с пустыми руками. Здоровья, любви, чтобы все ваши мечты сбывались. Примите этот скромный подарок. Сын Александра Сергеевны, Алексей Филатов, погиб в январе 95-го. В Чечне. Память о героическом подвиге бойца из Ульяновска и сегодня живет в сердцах его родных и близких. Его все любили. Учился вот в 57-й школе, мы тут вот рядом. Но ходили и на собрания, и все, никогда никто не жаловался. Эта акция – лишь часть череды благотворительных мероприятий взаимопомощи «Мы вместе». Ирина Шмыгова, Ирина Силкина, Алексей Прохоров и Михаил Морозов. Вести. Ульяновск.